Командировки. И не люблю оставлять тебя одну. Свитер. Карамелька, я всего на 3 дня уезжаю. Или ты думаешь, там снег пойдет? Да, прямо в отделение вашего банка. Прости, что не смогу присутствовать на открытии твоего кафе сегодня. Я понимаю, что для тебя это очень важно, но... Я сейчас поцелую мою любимую родинку, любимые губы. Печаль пройдет. Открытие — это просто формальность. Ну, правда, там будет твоя любимая суфле, это, конечно, потеря. Ну, ладно, я так и быть тебе приготовлю. По приезде. Не заслуживая такого счастья. Любовь моя, уже скучаю. Как вышел из твоего дома, я каждую минуту думаю о тебе, ежонок мой. Так, закрепи шарики здесь, пожалуйста. Хорошо. Стоп! Что, я что-то забыла? Нет, ты что? Все идеально. Лучшее открытие лучшей кондитерской на побережье. Галь, ну я знаю. Мы много трудились, поэтому сейчас должны отпраздновать. Мне нужно проверить мороженое. Ты должна перестать быть правильной девочкой. Мне нужно все проверить. Нет, но я знаю, что вот на тех столиках классные совершенно эклеры, которые обязательно надо попробовать. Еще вот эти мне нравятся. Попробуй. Анечка! Я тебе так скажу. Ты нас неоднократно шокировала на семейных праздниках, но сегодня это просто удар в печень. Тебе не нравится? Антон. Наоборот. Это просто потрясающе, это фантастика. Никогда почему? Ничего вкуснее не пробовала. А ведь я сладкоежка. Зоя такая. Ну, я сладкоежка. Ты слишком тощая. Попробуй с удовольствием. Угощайся. Спасибо. Я тоже хочу, хочу, хочу. Спасибо. Так. Ксю, что там происходит? Да там шарик лопнул. Анна Александровна, там к вам пришли. Давай. Одну минуту. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Ничего. Вот цветы и подарок от Коренева Дениса Викторовича. Спасибо. А что у вас, годовщина? Нет, годовщина через 3 недели. 7 лет уже. У меня сегодня открытие кондитерской. А. Да, муж не смог приехать. Зато подарки знатные прислал. Значит, любит свою карамельку. А откуда вы знаете? Меня так только муж называет. Так он сообщение просил передать, а я дуралей забыл. Значит так, карамелька, поздравляю тебя с открытием кондитерской. Целую. Люблю. Ну и всякое такое. Понятно. Подождите, не уходите. Одну минутку. Вот. Это вам комплимент от заведения. Чего? Подарок.
Это мое любимое печенье с кардамоном и перцем. Угощайтесь. Спасибо. Вам спасибо. Ты украла мое сердце. Как тебе? Мне очень нравится. Ты мне самая лучшая. Я очень тобой горжусь. А я тобой. Слушай, мне нужно тебе кое-что сказать. Кое-что очень важное. Сейчас. Что-то случилось? А, нет, нет. Просто... Мы с тобой давно вместе. Я очень тебя люблю. Я счастлив с тобой каждую секунду. Но... Черт, как же сложно это сформулировать. Я знаю, любимый. Мы с тобой постоянно думаем о ребенке. Ну, нельзя опускать руки. Если этот доктор не знает, почему я не могу забеременеть, значит, надо искать нового. Да. Руки опускать нельзя. Давай усыновим малыша. Правда? Ты правда этого хочешь? Да. Больше всего на свете. Люблю тебя. И я тебя. Ты чего? Прости, ты не должна была видеть. Что случилось? Рассказывай. У Антона любовница. Ой, Господи. Я сообщение читала. От Гоши автосервис, понимаешь? И это Гоша благодарит за жаркие ночи любви. Сиськи свои присылают. Антон врет. Говорит, что на работе завал. А сам приезжает под утро, от него духами и вином разит. Сегодня наверняка тоже к ней намылился. Анька, у них давно уже, а я ни о чем другом думать не могу. Господи, так тошно. Аж повеситься хочется. Виноват он, а повеситься тебе хочется. Отлично. Ну а кто я без него? Ноль на палочке. Я ведь от него полностью завишу. Сразу после школы поженились. Дети пошли, у меня ни образования, ни работы, квартира его. Ой, да все его. Да что вы? Антон просто дурак, что он так с тобой поступает. Вам надо взять и открыто поговорить обо всем. Ага. И он вспылит и уйдет к этой своей Гоше. Так а что делать? Ну, какие у меня есть варианты? Жить, как живем. Я буду делать вид. Ничего не знаю. И притворяться, что все у нас замечательно. Прости, я пошла к Антону. Зои. Приходите еще. Все счастливо. Пока, Нюс. Пока-пока. Комплимент от заведения. Спасибо вам, приходите еще. Комплимент. Спасибо. У вас исключительный интерьер. Бездна вкуса. Спасибо большое. И поэтому ничего дальше не происходит от этого, понимаешь? Ничего не меняется. Все, каким был, таким и остался. Комплимент от заведения.
Приходите к нам еще, спасибо вам. Заболел лучше в городе. У вас конкурентов просто нет. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Я не знаю. Она и так к нему прижималась, и эдак, и над каждой шуткой смеялась. Такой актерский талант у Зои открылся вообще. Ой, ну подумаешь, мужик изменил. Он же чемодан не собирает. Чего раньше времени паниковать? Ну, нормально так притворяться? Как она вообще может теперь с ним жить? Анечка, ну миллион семей так живет. Все знают, но делают вид, будто не в курсе. Всех все устраивает, все вполне счастливы. В браке главное доверие. Зачем жить с мужчиной, если он тебе врет? Я думаю, там оба несчастливы. Я вообще считаю, что мужика невозможно из семьи увести. Он же не баран. Но если баран, значит, жена у него овца. Я думаю, что у Антона там существует своя версия. Ну да. Но я не вправе их осуждать. Я никогда в такой ситуации не была. И не буду. Ну, потому что за отношения в паре отвечает женщина. А кто у нас молодец? Анюта у нас молодец. Спасибо тебе, Галь, за все. И за наше кафе спасибо. И за то, что у меня никого ближе тебя нет. Ну, кроме мужа, ладно. А это другое. К нему я не ревную. Я тебя обожаю. Зою. Зайдешь? Только устала. Давай в другой раз. Отдыхай. Котик, привет. Заедешь? Хорошо, жду. Да? Анна Александровна Коренева? Да. Денис Викторович Коренев, ваш муж? Да. А что такое? Вы должны приехать в ВВД Центрального района, опознать тело гражданина Коренева. Какое тело? Просто не может быть, это ошибка какая-то. Просыпайся же ты, Денис. Перезвони мне. Денис. Вы подтверждаете, что это ваш муж? Родинка на плече, да. Скрывай. Он живой. Он живой, вызовите скорую. Нужно ли не надо, нет! Покончить! Протокол опознания. Распишитесь. Здесь. Ваш муж не говорил, зачем он собирался поехать на черную балку? А? Он спрыгнул с обзорной площадки под названием «Черная балка». Да я плохо слышу. У вас с мужем в последнее время конфликты были? Может, у него были проблемы на работе? Он наркотики употреблял?
какой-то бред. Послушайте, мне нужны ваши показания, чтобы закрыть дело. Закрыть дело? Вы не будете ничего расследовать? Суицид. Что расследовать? Вы, конечно, можете обжаловать данное решение в установленном порядке. Денис не мог покончить с собой. Вам он сказал, что поехал в командировку. А сам поехал на черную балку. Ночью. Никто не мог ему помешать. Для храбрости выпил и шагнул вниз. Все. Ну, не понимаете, у нас все хорошо было. Мы были счастливы. Возможно. Но даже самые близкие люди никогда не знают, что происходит в голове у любимого человека. Вот это его вещи. Ключ от машины, очки, права, документы, портмоне, два телефона и кольцо. Денис один был телефон, этот не его. Вы уверены? Да. Сейчас проверим. Слушай, не видел протокол допроса Михайлова? А ты посмотри, он на столе у москвича. Может, туда случайно положили? Здравствуйте. Да нет, нету. Заметил, москвич всегда в ночную просит. На районе вроде все спокойно, спи себе. Но сегодня ему хоть какая-то движуха. Да какая там движуха? Ну, бросился алкаш. Ну, оформляй, да и все. Денис не алкаш. Денис не алкаш, слышите вы? Да мы вообще о своем разговариваем. Успокойтесь, пожалуйста. Данный номер был зарегистрирован 6 лет назад на Коренева Дениса Викторовича. Так что это его телефон. А может быть, рабочий? Вот, пожалуйста, распишитесь в получении. А по поводу окончательной проверки, на днях мы с вами свяжемся. Все? Слушайте, мой рабочий день закончился 2 часа назад. Он планировал сюрприз на годовщину нашей свадьбы. Поездку во Францию. Кто будет покупать билеты, бронировать отель, если собирается покончить жизнь самоубийством? Он мог их купить заранее. Вы понимаете, он звонил мне накануне смерти. Он хотел усыновить ребенка. Он не самоубийца. Я не оставлю вас в покое, пока вы не найдете виновного в смерти моего мужа. Я никуда не уйду. Ладно, поехали. Осмотрим место преступления, которого не было. В народе это место называется «Скала самоубийц». Высота 30 метров, внизу острые камни. Я обследовал это место, место падения. Везде были следы исключительно вашего мужа. Никаких признаков борьбы или присутствия другого человека обнаружено не было. Вот здесь находились его личные вещи,
аккуратно были сложены. Рядом была пустая бутылка из-под виски. Эксперты на теле не нашли никаких признаков борьбы. Значит, это самоубийство. Знаете, в основном люди скрывают от родных, насколько им плохо. А если это касается мужчины, то он до конца будет держать в тайне свои эмоции. Вы куда? Анна! Анна, подождите! Подождите. Скажите мне точное время. Во сколько это произошло? Он спрыгнул в промежуток между половиной второго и двумя часами ночи. Мой муж никуда не прыгал, только если не по собственному желанию. Послушайте, вы же вменяемая женщина. Я понимаю, что вам сейчас трудно это понять, но вы должны принять эту действительность. Да, поначалу будет непросто, но, возможно, со временем станет легче. Прежней жизни уже не будет. Давайте поедем. Послушайте, может, вы заберете свое транспортное средство? Следствию оно уже не понадобится. Я не вожу. И что мне с этим делать? Что хотите, мне все равно. Ясно. Давайте я вас довезу до дома, вас и вашу машину, и на этом все. Пойдемте. Я дала коробку курьеру вчера вечером. Это точно она. Я лично привязала ее лентой. И что? Как что? Возможно, он был в машине. Вы должны его найти и допросить. Он что-то знает, это точно. Да, 18 число, причальный проезд 11. Это точно? Ясно. Спасибо. До свидания. Ни одна из курьерских служб города вчера в ваше кафе доставку не осуществляла. Значит, ваш муж договорился с кем-то на стороне. Могу предположить, они знакомы. Я знаю всех знакомых Дениса. Больше ничем не могу помочь. Девочка моя, мы рядом, мы с тобой. Поверить невозможно. В голове не укладывается, мой лучший друг. Мы не тебя сюда приехали утешать. Аня, все, что скажешь, любая помощь. Да. Мы возьмем на себя организацию похорон. Тебе незачем этим заниматься. Я все вспоминаю, как вы прощались. Не люблю я командировки.
И не люблю тебя одну оставлять. Свитер. Прости, что не смогу присутствовать на открытии твоего кафе сегодня. Я понимаю, что для тебя это важно, но... Я сейчас поцелую мою любимую родинку, мои любимые губы. Печаль пройдет. Не заслуживаю я такого счастья. Я как будто ослепла. Не замечал очевидного. Вышел таким печальным. Как я могла не почувствовать, что ему так плохо? Не знаю, любименькая, это неправда. Это неправда. Денис в последнее время был абсолютно таким же, как всегда. Мы с Антоном его позавчера видели. Он выглядел абсолютно здоровым, веселым. Да, Аня, он совершенно нормально был, понимаешь? Это все ужасно. Мы уже не узнаем, зачем он это сделал. Но сейчас самое главное — попытаться ничего не придумывать. Должна запомнить Дениса таким, какой он был. Он тебя очень любил. Он очень хотел, чтобы ты была счастлива. Это единственное, что мы сейчас должны помнить. Анечка, мои соболезнования. Встань. Что вы здесь делаете? Я... Денька не хотел, чтобы вы обо мне знали. Вы были знакомы с ним? Я его брат. Степан. Я не понимаю, как так? У нас с мужем не было тайн. Он мне все рассказывал. Стыдился он меня. Я сидел. Денис вообще поначалу меня признавать не хотел. Ну, а потом как-то потеплел. Видеться вроде как начали. Он у меня один из родней остался. Это же он меня и надоумил курьерский бизнес открывать. Вы видели с Денисом день его смерти? Само собой. Он просил подарок завести. Инкогнито. А потом? А потом я к вам поехал. А после домой. Там телек смотрел, пиво пил и разморило. Как коробка из моей кондитерской попала в его машину? Вообще без понятия. Ладно, Степан, пойдемте, помяните Денис. Да не, ну чего я вас позорить буду? Неудобно как-то. Мобилу мою черкани. Может, на что сгожусь, карамелька. Денис и я, мы были друзьями с самого детства. И... Анюта, садись. Анечка, присядь ко мне. Мы работали вместе. Какой бы момент в своей жизни я не вспоминал, Дэн всегда занимал в нем очень важное место. Для многих из нас он был центром этого мира, ориентиром по жизни, а для кого-то достойным примером для подражания.
А еще мой друг был невероятно отважным, отчаянным человеком. Знаете, как-то раз он даже проехал более 500 километров ради того, чтобы встретить рассвет на горе, который он увидел на фотографии. Да. Он всегда жил на максимум. Не признавал компромиссов и во всем искал абсолютного счастья. При этом сам всех удивлял. А еще он был невероятно честным, невероятно открытым, преданным человеком, чутким к чувствам других людей. Никогда в своей жизни не причинил боли, не обидел своих близких. Я бы сейчас хотел передать слово его любимой женщине, его прекрасной жене. Это ложь! Это все ложь! Это все ложь, он мне всю жизнь врал! Анечка! Что все вылупились? Что смотрите? Ну, человек страдает. С ума сходит от горя. Тоже мне. А что? Тише, милая. Анют, ну, спал он с какой-то Диной. Ну... Писала она ему всякие банальности. Забираюсь под одеяло, вдыхаю глубоко. Хочу задохнуться, потерять сознание от этой любви. Слог ужасный. Все это не имеет никакого значения. Имеет. Имеет. Я ничего не знала о нем. Я все эти годы не знала, кем был мой муж. Кем я была для него. За что он так со мной? Что с нами случилось? Ровно то, что ты помнишь, только хорошее. Нужно выбросить этот телефон и забыть о сегодняшнем дне. И как жить дальше? Вся жизнь ложь. Не ложь, а иллюзия. Вся наша жизнь иллюзия. Красотка! Вот, давай, аккуратно. Я хочу узнать, вот что так, это за... Вот просто шалашовка. Я хочу посмотреть в глаза. Спасибо, Господи, Аня. Я хочу понять, что он мне нашел. Все высказать ей. Анют. А еще я хочу узнать, что с ним случилось. Он умер. Точка. Прости, брат. Пообещай мне кое-что. Пообещай, что обязательно будешь счастливой. Даже если меня не будет рядом и со мной что-то случится. Мы с тобой доживем до 100 лет. Будем такими смешными стариками в окружении детей, внуков, правнуков и умрем в один день, да? Договорились.
Да, слушаю. Помогите мне. Вы повторяетесь. Помогите мне ее найти. Вы знаете сейчас, сколько времени? Уже следователь, я предлагаю вам работу. Частное дело, заплачу вам столько, сколько вы захотите. Мне нужно ее найти, но я знаю только имя. Я хочу выяснить про нее все. Про кого? Про девицу из бара Дину. Любовницу мужа. Название бара? Я не знаю, я сейчас скину вам. Осторожней, красотка. Вот, давай, давай, аккуратно. Вот так, вот так. Послушайте, я знаю этот гадюшник. Очень опасное место. Не вздумайте туда приезжать одна. Спасибо вам, я даже не надеялась, что вы согласитесь. Да я не... Я могу приехать прямо в отделение. Скажите, во сколько удобно? Пересменка в 9 утра. Я буду без четверти. Спасибо вам. Здравствуйте. Извините, дело в том, что... Ничего страшного, да? Просто 2 часа вас жду. Замерзла. Не знаю, что сказать. Тогда поедем в тишине. Прошу. Давайте договоримся. Я не буду искать любовницу вашего мужа. Ну, если только не они его довели до самоубийства. Но по статистике это вероятность мизерная. Я не буду искать вашу девицу. Тогда зачем мы? А я здесь исключительно из профессиональных соображений. Должен проверить, гражданин Коренев был в этом баре перед смертью? И не происходило ли с ним ничего подозрительного? Так что пойдемте. Проверим. Здравствуйте. Здравствуйте. Капитан Смолин, скажите, 18 числа вы здесь работали? Да, было дело. А что? Помните вот этого человека? Да, был. Сидел за этим столом, купил бутылку виски, односолодовый, целиком. И в какое-то время было? Ну, примерно? Не знаю. Часов около 11. Около 11. Анна, с вами все в порядке? Что-то еще? Знаете эту девушку? Так это же Динка. Из парикмахерской напротив. Острые ножницы. Да вы выйдите на балкон, там видно. Так, у вас есть камеры видеонаблюдения, да? Да, есть. А что? Ну, мне нужна запись той ночи. Можете показать? Давайте флешку. Хорошо. Сейчас. Вы хотите туда зайти? Не знаю. Ну, поехали, отвезу вас домой. Сейчас. Дай погреться. Девочка, как девочка? Отвезите меня домой.
Я считала, что у нас идеальный брак. Что сильнее любить невозможно. Я поддерживала его во всем. Не осуждала. Я была преданная, выполняла все его желания. Чего ему не хватало, что он нашел мне такого, чего нет во мне? Я безумно был влюблен в свою жену с самого детства. Мы жили в одном дворе. Я делал все, чтобы она была счастлива. Мы даже ни разу с ней не ссорились. Но потом, в один ничем не примечательный день, она просто ушла. Ни скандала, ни слез, ни поцелуя на прощание. Даже записки не оставила. Когда люди хотят принять какое-либо решение, они думают только о себе. А мысль о близких, о боли, которую они могут причинить своими поступками, почему-то не приходит им в голову. Почему вы не пытались ее найти, поговорить, спросить, что случилось? Вообще нормально это все мне рассказывать? Представляешь, пришел, все это вывалил на меня, а я должна с этим жить. Девушка, вы по записи? Я нет, извините. Ну, подождите минут 15, хорошо? Окей? Да. Угу. Да. Я девочку приму. А, давай. Заходите, садитесь. Сейчас посмотрим. Так. Какие красивые глаза. К ним хочется какой-нибудь цвет волос поярче прям. Предлагаю изменить посыл. Ты же не какая-то занудная тетка. Ты богиня, женщина-загадка. Дин, а ты каморку свою еще сдаешь? А то у меня брат приезжает, угол себе ищет. Увы, мужиков не рассматриваю. А че? Если пускать, то веселую девчонку, с которой можно по душам поболтать и вина попить. Вы комнату сдаете? Уже полгода сдает, никак не сдаст. Требования к арендаторам невыполнимые. А комнатка маленькая и облезлая. Ничего не облезлая. Отличная комната. Еще и с классной хозяйкой. Сдайте мне. Ты шутишь? Нет, я рассталась с женихом и хочу начать новую жизнь. На новом месте. Круто. Сейчас напишу тебе адрес. Ты мне сразу понравилась. Подружимся. А как же стрижка? А, я не буду стричься. Изменю жизнь, а не прическу. До свидания. Вот свезло так свезло. И соседку нашла, и подружку. Ты так смешно сопишь. Прям как маленький ежик. А еще так смешно морщишься и так фыркаешь, так прям фыр-фыр-фыр-фыр. Это так мило.
И это очень сексуально, и я еле сдерживаюсь, чтобы тебя не разбудить. Очень тебя люблю, ёжик мой. Я тебя люблю, мой хороший. Пожалуйста, не делай этого. Тихо. Капитан Смолин, скажите, вы здесь постоянно работаете? Да я так, кантую здесь. Вообще, я матросом на рыболовецкой шхуне. Сейчас не сезон, вот здесь подрабатываю дворником, сторожем, изредка ночую. Скажите, а 18 числа вы здесь ночевали? Да так сразу и не припомнишь. Ну, придется напрячь память, а то я могу вызвать вас официальной бумагой. Да помню, ночевал. Вы же сейчас начнете про этого разбившегося спрашивать. Откуда вы знаете? Так ваших тут человек 10 утром понаехало. Шумели, светили. Хотел выйти покурить, пришлось отсиживаться. Ну, а примерно часа в 2 ночи вы покурить выходили? Нет. Я сеть проверял вот там.
Ничего странного не заметили? Да темень такая, разве разглядишь? Ну, тогда придется вызвать вас на допрос. Как единственного свидетеля предполагаемого убийства. Конечно, не могу утверждать наверняка, но... А там, на той площадке, вроде было два мужика. Так темень же была. Как вы рассмотрели? По голосам. Ну, вглядывался. Один высокий, хромой, а другой пониже. Ну, видимо, тот, что труп. А что еще рассмотрели? Может, лица, одежду, предметы в руках? Они так орали, что я свалил от греха подальше. Мне эти проблемы ни к чему. Официально готовы дать показания? Готов. Вы почему трубку не берете? Здравствуйте. Извините, телефон на беззвучном. А если что-то важное? Вы что-то узнали? Скажите, среди знакомых вашего мужа есть человек, который хромает? Брат Дениса. Брат? Да, я сама только на похоронах узнала, что у него есть брат. Денис мне никогда ничего не рассказывал о нем. Контакты есть у вас? Есть номер телефона. Давайте. Но я не верю, что он причастен. Работать будет за меня. Иди, иди, иди. Куда? Сюда. Куда ты меня завяжешь? Не убегай от меня. Ёжик, куда ты побежала? Круто! Это просто супер, что ты приехала. Прости, я забыла спросить, как тебя зовут. Меня? Да. Галя. Буду звать тебя Галчонком, значит. Пойдем, покажу тебе комнату. Она уютная, тебе понравится. Пойдем, пойдем. Мы тут с моим любимым ремонт делаем. Ну, чтобы потом все было так красиво, приятно. А когда лето, здесь все цветет, все зеленое, просто вообще нереально. А вот, кстати, твоя комната. Смотри, какое окно большое. Там столько света, тебе очень понравится. Сейчас. Секунду. Та-дам! Заходи. Ну как? Вещи можешь повесить здесь, в комнате, не шкафы. Давай помогу разобрать. Нет, я сама. А в крайнем случае перетащим тебе мой комод. Нравится? Комната? Да нет, мужчина мой, дуреха. Он просто высший класс. Мы с ним уже 6 лет вместе. 6 лет? Угу. Я сама в шоке. У меня никогда никого так долго не было. Ой. А познакомились мы так романтично, как в дурацкой голливудской мелодраме. Рассказать? История? Закачаешься. Я впервые видела мужчину, не способного самостоятельно поменять колесо. Я же вам говорил, на пирсе я, на пирсе. В смысле 2 часа?
Послушайте, я вам объясняю, я опаздываю. Мне очень, очень нужно сделать это как можно быстрее. Мне нужно сейчас. Нет, сам я не могу поменять колесо. Да, представьте себе, так бывает. Ну какие 2 часа? Ох, 2 часа. Не, ну что за люди, а? Вам помочь? Боюсь, что вы мне здесь помочь точно не сможете. Колесо проколол. Не понимаю, куда здесь домкрат ставить. О, что за день? Сейчас. Потерегу. Под какую еще серьгу? Вот, видишь? Где вы научились колеса менять? У меня у папушки монтажка была. А, тогда понятно. Все, достаточно. Где баллонник? А, вот. Так, дальше я сам. Спасибо. Что бы я без вас делал? Как я могу вас отблагодарить? Может, подвезешь меня до дома? Ну что, хозяйка, куда ставить-то? А ты разве не опаздываешь? Нет, наверное, уже нет. Решил все-таки нарушить регламент. Люблю хулиганов. Что он женат. Я же видела кольцо на его пальце. Но меня так к нему тянуло, что я не удержалась, и у нас случился такой секс, аж звезды в глазах. Полное совпадение. Такое бывает раз на миллион. Думала, он разведется? Нет. Зачем ему разводиться? У него отличный брак, жена гениальный кондитер. Он сам говорил, как гордится ей, как хочет ей во всем помогать. Да я и сама вижу, как он сильно ее любит. А тебя не любит? Меня тоже любит. Я не понимаю. Ну, чего тут непонятного? У человека есть запас любви. Ресурс, понимаешь? Любви Дениса хватит и на меня, и на его жену. И еще останется. Это дикость какая-то. Ну, почему дикость? Ты ведь любишь одинаково. Маму, папу и бабушку даже. Ну или если у тебя есть лучший друг, он же не ревнует тебя к другим друзьям. Почему любви должно быть иначе? Потому что когда ты любишь человека, ты хочешь, чтобы он принадлежал только тебе. Нет, такого я точно не хочу. Да я сама никому принадлежать не буду. Все должно быть легко, понимаешь? Денис приезжает, я рада. Его нет, я тоже счастлива. Предвкушаю нашу новую встречу. И внутри щекотунчики расползаются вот здесь, вот здесь, вот здесь. Да он скоро приедет, ты с ним обязательно познакомишься. А давно его нет? Пару дней. Да, точно, пару дней. Но мы больше, чем неделю никогда не расставались, так что скоро ты познакомишься с моим хулиганчиком. Голчонок, что с тобой? Все бледно. Голова кружится. Давление, наверное. Сейчас поправим. Ты, оказывается, был хулиган.
мне, так ты просто сволочь. Галчонок! Галчонок, иди скорей! Местная, домашняя. Сейчас мы тебя быстро воскресим. Ого, не знала, что в твоем тихом уме эти чертики водятся. А вы что, поссорились со своим мужчиной? Что ты не знаешь даже, когда он приедет? Да почему поссорились? У нас, наоборот, выдались очень жаркие деньки. Так хорошо с тобой. И мне с тобой. Маришке уже 5. Пронеслось, как один день. Я люблю тебя. И я тебя. Не представляю свою жизнь без этого. Без этого? Да не без этого, хулиганка. А без вас с Маришкой. Так всегда по вам скучаю. Никогда таких, как ты, не встречал. Не говори ерунды. Почему ерунды? Я серьезно. Я правда тобой восхищаюсь. Ты невероятная, красивая. И такая мудрая, все понимаешь. Как же я не хочу тебя потерять. О чем ты? Да сволочь я, как ни посмотри. Ты одна все время. Дочь меня видит 2 раза в неделю. И отец нужен нормальный, понимаешь? Который будет о ней заботиться, который будет целовать ее каждый вечер перед сном. А не такой, как я. Веду себя как гад по отношению к вам обеим. Понимаешь, мы с Аней со школы вместе, и она без меня не сможет. Я это точно знаю. Вот и получается, что я предаю всех, кто мне дорог. Никого ты не предаешь. Ты же все делаешь ради нас. Никто не может быть сильным и правильным всегда. А потом он что? Потом он сказал, что прогуляется. Пошел в бар напротив парикмахерской. Я бы ни за что в жизни своего мужчину среди ночи пьянствовать не отпустила. Да ладно! Ну, все мы свободные люди, никто никому ничего не должен. Я захотела спать, он захотел в бар. Что в этом такого? Поэтому у нас все так круто. Ты знаешь, я бы и сама его отвезла. Ведь он мне машину подарил. Смотри. Да у меня прав нету. В общем, никакого контроля, полное доверие. Как ты не понимаешь? Да, я не понимаю. Я не понимаю. Ты просто не знаешь, что на самом деле. Мама, мама, можно что? Мне покататься на велосипеде? Я уже взрослая. Я буду ехать быстро-быстро. Конечно, мы обязательно с тобой вместе покатаемся. А хочешь, еще и тетю Галю с собой возьмем. Знакомьтесь, это Мариша, а это тетя Галя. Привет, Мариш. Привет. Как дела? Расскажи, как дела твои? Простите, что-то плохо, нужно таблетку выпить. Ладно. Давай, пока ты сама покатаешься. Только аккуратно, как мы с тобой. Итак, вы находитесь на допросе как свидетель по уголовному делу об покушении на убийство гражданина Коренева Дениса Викторовича. Братухи моего что? Так он же сам сбросился. Ваша обязанность отвечать на вопрос, а не строить предположения. Я у тебя свидетелем прохожу, и ничего тебе не обязан. Не прессуй. Еще раз спрашиваю,
Как прошел ваш день 18 числа? Расскажите поподробнее. Вот прям подробно тебе все рассказываю. Прям очень подробно. С утра, по часам. Проснулся я утром в 9 и думаю, бабу бы мне красивую. О, вот такую, как эта. Слушай, я бы ее и так, я бы ее и так. На место поставь. А что, твоя? Не боишься, что увидят, пока ты тут со мной дую маешься? Слышь, алло, Гарант, это жена его, и она умерла, поэтому не советую тебе прикасаться к святому, понял? А, довел ты, значит, командир. Я жаловаться буду, понял? Не дам на меня мокруху повесить. Итак, спрашиваю еще раз. Как прошел ваш день 18 числа? Рассказывайте. Всего на 3 дня уезжаю. Или ты думаешь, там снег пойдет? Да, прямо в отделении вашего банка. Прости, что не смогу присутствовать на открытии твоего кафе сегодня. Я понимаю, что для тебя это очень важно, но... Я сейчас поцелую мою любимую родину, мои любимые губы, и печаль пройдет. Доброе утро. Доброе утро, Голчонок. А ключи тебе здесь оставить? Оставь себе. Проходи, садись скорее. А дочка твоя? А Маруся уже в садик ускакала. Ну, у меня самостоятельная. А пока я на работе с ней, соседка-пенсионерка сидит. Видишь, как у меня все схвачено. Ну, рассказывай, подруга. О чем? Ну, что у тебя там приключилось с парнем твоим? Ну, очень вкусно выглядит. Так, ты мне зуб не заговаривай. Чего он натворил-то? Ну, мы встречались с ним. Очень долго встречались. 7 лет. Какой кошмар. И он меня обманул. Предал. Женился на другой. Вот козлина. Ладно, мы тебе другого найдем. Ты где работаешь? Там мужики есть? Я просто бухгалтер. Ой, а хочешь кофе? Мне Денис кофемашину подарил, но я ей не умею пользоваться. Нет, спасибо. Так а ты в какой фирме работаешь? Там платят хорошо? Я сейчас не работаю. Уволилась. Хочу все новое. И дом, и работу. Все. Какая ты молодец. Все правильно делаешь. А что ты не ешь ничего? На диете признавайся.
Нет, прости, у меня собеседование. Я уже опаздываю. Спасибо тебе. Я в ее доме ночь провела. Я даже с ней позавтракала. Родная моя, прости, но это похоже на сумасшествие. Я знаю. Просто меня как будто бы одурманило. Я все пыталась понять, почему он с ней такой... Ты же тоже его считала более серьезным, что ли? Хватит, все. Хватит. Ты больше туда не поедешь. Нет, я там останусь, пока не выясню, от кого у нее ребенок. По срокам все сходится. Ань, какая теперь разница? Предполагаемый отец мертв. Это не имеет никакого значения. Если эта девочка его дочь, то Дина его настоящая жена, понимаешь? У нее была семья, а не у меня. Ты теперь наследством будешь с этой дрянью делиться? Каким наследством? Пожалуйста, не надо ее так называть. Да ты первая должна ее ненавидеть. Я пытаюсь. Я пытаюсь, но у меня не получается. Бред. Это просто какой-то бред, Аня. А что, если дело во мне? Что, если я не дала Денису что-то такое важное, что ему было очень нужно, и он нашел это в ней? Все, Аня, хватит! Хватит! Я больше ни слова не хочу слышать об этой девице. Хочешь правду? Пожалуйста. Все друг другу врут. Все. Все друг друга обманывают. И все друг другу изменяют. И не потому, что они чего-то там ищут, а потому, что они... распущенные слабаки. И Денис твой был слабак, как все. А тебе не в чем себя винить. Ты идеальная. И ты же тоже никому не врешь. Никому не изменяешь. Я? Да я 2 года сплю с женатым мужиком. Ты сейчас специально это говоришь. У меня 2 года отношения с женатым мужчиной. Он вроде семье, я... Друзья. Мне не стыдно. Анечка, сними розовые очки. Научись быть эгоисткой, а не вечной жертвой. Ладно, мне в налоговую нужно. Пока. Здравствуй, карамелька. Ты на меня натравила этого психопата. Думаешь, я родного брата грохнул? Я любил Дениса, поняла? Он был моя единственная родня. Он мне помогал во всем. Прикрывал, ничего взамен не просил. Мне плохо без него, слышишь ты? Мне тоже плохо без него. И поэтому ты меня хочешь засадить. Из-за бабьей злости. Да не хочу тебя засадить. Борис сам нашел свидетеля. Я понятия не имею, что он там видел. Я хочу знать, как погиб мой брат. Степан, не лезь в это. Пусть расследованием занимается полиция. Извини, мне пора. Thank you.
Аля. И сколько лет ты мне врал? Давно ты знаешь о Дине? Ань, ты о чем? О второй семье Дениса. Так, я ничего не понимаю. Как тебе не стыдно? Ты приходил к ним, а потом смотрел мне в лицо, улыбался. Ань, что случилось? Антон, я видела вашу общую фотографию в доме у Дины, я все знаю. Господи, Ань, послушай, я сам узнал только 2 года назад. И я поклялся Денису ничего тебе не говорить. Как ты мог так поступить со мной? Ты же мой друг, Антон. Да, но не забывай, что я его друг тоже, хорошо? Я ваш общий друг. Да и потом, как я мог тебе об этом сказать? Ну? Тебя бы это ранило, убило. И я подумал, что буду врать хоть до конца жизни. Только бы ты ничего не узнал, потому что от этой лжи всем будет лучше. Марина – дочь Дениса? Она его дочь, говори правду. Да. Привет, тетя Галь! Привет. Я голодная. Вкусно! Знаешь, ты очень похож на своего отца. Ты также ешь хлеб, отламывая маленькие кусочки, а не целиком. Вы дружите с моим папой? Немного. А скоро он приедет? Он мне книжку обещал дочитать про лисичку и мальчика. А хочешь, я тебе почитаю? Ура! Ура! И тогда Лис сказал: «Любовь – это когда ничего не стыдно, ничего не страшно». Когда тебя не подведут, не предадут. Когда верят. Когда верят, несмотря ни на что. Разрубим этот узел. Я прав, так больше не могу. Скажешь Маришке, что я уехал в командировку. Про деньги не думай, я обо всем позабочусь. Дин, я тебе обещаю, что мы с тобой останемся друзьями. Это потому, что я сильная? Потому что я справлюсь без тебя, выживу? Ее нельзя оставить, а меня можно? Тебя ненавижу, тут денег. Каждый тебя ненавижу. Тихо, тихо, тихо. Ты Маришку разбудишь. Дин, Марина, я покормила супом. А что случилось? Почему ты плачешь? Ой, это я просто сентиментальная дура. Вспомнила, как здесь в детстве дедушка чай пили. А я как раз чайник поставила. И кекс испекла. Спасибо. Пойдем. Алло, Ань. Да, привет, ты дома?
Нет? Слушай. В общем, я сейчас приехал к тебе домой, хотел объяснить, что... Ну, я все еще тебе друг. И попросить прощения. А тут... В общем, кажется, твою дверь взломали, и... Я думаю, в доме может еще кто-то быть. Это не просто домушники. Они здесь конкретно что-то искали. Я ничего не понимаю. Скажите, а брат вашего мужа, он знает, где вы живете? Наверное. Не уверена. Хотите, я ему позвоню? Нет, не нужно. Вряд ли он признается, что пытался вас ограбить. К тому же я не уверен, что это он. Степан знает, что он под подозрением, поэтому не решится на взлом и проникновение. Борис, мне страшно. Что теперь делать? Я на сегодня могу остаться здесь. Ну, в машине у дома. Я сейчас живу не дома. А где? У Димы. Любовницы мужа. Я сама не понимаю, зачем я сняла эту комнату. А теперь уже трудно оправдаться и объяснить. Ну, с другой стороны, кто я такой, чтобы судить? Собирайтесь, отвезу вас, куда прикажете. Спасибо. Вы очень добры. Если ты здесь не появишься в самое ближайшее время, то пеняй на себя. Ну ты где там ходишь? Я тебя жду уже вообще-то. Значит так, это ты хотел со мной встретиться. Это ты хотел, чтобы я передумал. Так вот, я тебя поздравляю. Добился обратного эффекта. Антоша, серьезно, если ты здесь не появишься в самое ближайшее время, то пеняй на себя. Черт тебя подери, Дэн. Черт тебя подери. Спасибо вам за заботу. Анна, я хочу перед вами извиниться. Ну, вы были правы, убеждая, что это не самоубийство. Я просто думал, что вы сходите с ума и не хотите принять реальность. А я и схожу с ума. Но то, что было проникновение в ваш дом,
заставляют задуматься о безопасности. Поэтому в любое время дня и ночи, если заметите что-то пугающее, странное, звоните мне. Договорились? Спокойной ночи, Борис. Спасибо. Спокойной ночи. Привет. Просто пришла поздороваться. Садись, садись. Да я так, ну, на 5 минут. Мне кажется, я видела мужчину. Вроде симпатичный. Добрый. Это твой новый ухажер? Нет, нет. Не знаю. Нет. А я знаю. Алло. Анюта, наконец. У нас тут без тебя полный бедлам. Ксюша, шустрее, быстрее, девочки. У нас вчера кондиционер сломался, все пирожные заветрились. Посетители пишут негативные отзывы. А еще кондитер заболел. Я не могу так быстро найти нового. Который час? Почти 11. Давай, через 15 минут я за тобой заеду. Я не дома. Ты опять поехала к этой шалашовке? Галя, я тебя прошу, пожалуйста, не заставляй меня оправдываться. Аня, я твоя лучшая подруга. Я не могу смотреть, как ты сходишь с ума у меня на глазах. Тебе давно пора вернуться к нормальной, настоящей жизни. Я как раз пытаюсь разобраться со своей жизнью, Галь. Я помогу. Диктуй мне адрес. Подожди, какой адрес? Пожалуйста, Галь, я так не могу. Я должна сама сказать Дине то, что Денис погиб. Я все ей объясню, потом уеду. И сколько ты будешь решаться? Неделю? Месяц? Или пока наша кондитерская не закроется. И тебя не увезут в дурку. Хорошо, просто я так чувствую. Я должна сама ей сказать. А напомни-ка мне, как называется ее парикмахерская? Остренькие ножнички? Галя. А я сейчас найду в интернете телефон и сама ей позвоню. Все решу. Я умею. Нет, Галь, пожалуйста, я тебя очень прошу. У тебя есть 10 минут. Или я ей говорю, или ты. Ради тебя, дорогая. Нет, Галя. Алло, слышишь меня? Ай, черт. Полиции звонки не дай Господь, у меня аж само сердце прихватило. Дорогая, пойдем. Держись. Давай. Держись, держись, держись. Вставай. Поспи, пожалуйста. Потом обязательно поговорим. Марина. О Марине позабочусь. Не волнуйся. Отдыхай. Thank you.
Да, слушаю. Борис Евгеньевич, кто вас просил говорить Дине, зачем вы лезете в чужую жизнь? Анна, послушайте, я обязан был. Есть определенная процедура, мне нужно взять показания. Вы просили расследование, оно идет. Что вы еще от меня хотите? У человека горе, я хочу, чтобы вы оставили Дину в покое. Ищите убийцу. Теперь немного специй для аромата и секрет от шеф-повара. Чем меньше мы будем трогать пирог после того, как вмесили туда яйца, тем лучше. Поэтому теперь делаем все быстро, аккуратно и одним движением. Вот это да! Осталось ровно 11 минут, чтобы наш пирог подышал и можно ставить в духовку. Хватит тебе терпения, уважаемый поваренок. А мама будет с нами ужинать? Мама себя плохо чувствует. Мама сильно заболела. Она полежит и все наладится. Хочешь, я тебе пока сказку расскажу? О принцессе на горошине. Это ты, значит, стукачок? Видел меня, значит, с брательником. Ну, давай, потолкуем по понятиям, что там тебе померещилось. И не рыпайся, а то можешь оступиться, а камень башкой грохнуться. И не найду тебя вовек, понял? Уволен 2 года назад. 2 года? Серьезно? На какую работу ты ходил? Каждый день чем ты занимался? Как ты обеспечивал нашу семью, Дину, Марину? Откуда ты взял деньги на кафе? Кто ты вообще такой? Пожалуйста, не делай этого. Ты все равно ничего от меня не получишь. Ты не будешь больше меня шантажировать.
Ты уже проснулась? А я здесь накрыла, сейчас завтракать будем. Проходи. А Марина? Марину я в садик уже отвела. На, попробуй. Прости, не могу. Как холодно здесь. Да-да. Здравствуйте. У вас что-то случилось? Я это... пришел показания забрать. А с чего это вдруг? Вас что, кто-то вынуждает? Никак нет. Просто ошибся. Не видел я никаких мужиков на стройке. Показалось. Показалось? Два мужика. Показалось? А я не обязан объяснять. Я вообще могу написать, что вы давили на меня и силой заставили показания дать. Вот оно что. Я так понимаю, вы пообщались с хромым гражданином, да? Верно? Извините, я тороплюсь. Мне нечего больше сказать. Мне позвонил следователь и сказал, что Денис погиб. И стало так пусто, дышать больно. Он спросил, когда от меня ушел Денис, но я толком ничего не поняла, как он умер. А если бы я его не отпустила тогда, может быть, он был бы жив? Ты я виновата. Я... Нет, ты не виновата. Ты ни в чем не виновата. Мы жили так обособленно, как будто меня и не было в жизни Дениса, никаких общих друзей. Только его лучший друг Антон. Я даже его телефона не знаю. Знаю только, что они работали вместе в банке. На Лесной улице. Но я даже приехать туда не могу. Не могу скомпрометировать жену Дениса. Никогда не хотела и сейчас не хочу. Умоляю, найди Антона. Знаю у него все. Ты же все равно в город поедешь. Нет, Дин, я не могу, прости. Пожалуйста, пожалуйста, мне больше совсем некому просить. Хотя бы просто знать, где его похоронили. Да, Борис, видно, твое дело разваливается. И свидетелю зря табло подправил. Жди теперь выговора. Да мне... А если это не самоубийство? Просто вчера в дом Кореневым было проникновение. Ничего не украли, но явно что-то искали. Возможно, людям угрожает опасность. Борь, и к чему ты это нам все говоришь сейчас? Мужики, мне помощь ваша нужна. Я, конечно, могу вас привлечь к расследованию официальной бумагой, но... хотелось договориться как-то по-человечески. Ну, ты говори, что надо-то? Мне нужна вся информация о родственниках, друзьях, коллегах Коренева. Надо выяснить, кому была выгодна его смерть. Хорошо, сделаем. Да. Что-то случилось? Извини, я не могу пригласить тебя внутрь, у нас собрание акционеров. А я как раз насчет акционеров. Слушай, я тут подумала. Мой муж занимал высокую должность в банке, всю жизнь посвятил этому делу. Командировки вечные. Тем не менее, не полагается компенсация? Ну,
Нужно посмотреть его контракт, и я не могу обещать, но... А тебе не надоело притворяться? Я знаю, что Денис потерял работу 2 года назад. Ты врал мне про Дину. Ты врал, что вы работаете вместе. Отчеты, поездки, аудиты. Послушай, Дэн сам уволился. Зачем? Он решил начать свой бизнес. Меня с собой не позвал, в детали не посвящал. Но, насколько я знаю, никакой компании он так и не открыл. Откуда деньги? Он дал нам с Галей приличную сумму на открытие кафе. Ань, чем занимался твой муж, я не знаю. Но у него появились секреты. От меня, от тебя, от той же самой Дины. Я не удивлюсь, если его впутали в какой-то криминал. И это вполне мог быть его братец Степан, с которым он цацкался в последнее время. Это все? Или есть еще какие-то откровения? Послушай, я знаю, что я виноват перед тобой. А что я сейчас могу сделать? Позвони Дине. Поговори с ней, чтобы ей стало легче. Придумай что-нибудь. У тебя это отлично получается. Анют, наконец-то. Давай ближе к делу. Что у нас там? Да подожди ты. Ты расскажи, как у тебя дела. Чем я могу помочь? Со своими проблемами я справлюсь сама. Дай, пожалуйста, отчет по закупке за прошлый месяц. Это он? Давно у нас такие отношения? Аня, ладно, черт с ним, что у нас бизнес на двоих. Мы вообще-то дружим с детства и всегда все решали вместе. Мы не решали вместе, что ты будешь встречаться с женатым мужчиной. Ты об этом? Это другое. Нет, это то же самое, это вранье. Прости, я не знаю, что тебя это так ранит. Извини, я хочу поработать одна. Начальник, поговорить надо. Дежурную часть, обращайтесь. Да подожди, понимаю, виноват. Но меня одно соображение гложет, а кроме тебя об этом побазарить не с кем. Я минуту, по-человечески прошу. Ты правда считаешь, что мой брат, он не сам сиганул? А с чего это вдруг я должен обсуждать какие-либо версии с подозреваемым, который заставил единственного свидетеля отказаться от показаний? А? Ну, припугнул я бродягу. Не для протокола, капитан. Мне сейчас садиться ни к чему. Но Диньку я бы пальцем не тронул. Кроме него у меня вообще никого не было. Да я за него жизнь отдам. Давайте на чистоту, Степана. Вы виделись с братом перед его смертью? Да. Было дело. Я знал, что Денис из города не уехал. И он сам предложил встретиться на парковке возле бара. Денег мне дал в долг. Я не просил, он сам. Сказал, курьерскую фирму откроем. Как ты хотел, заработаешь, все отдашь. Он взвинченный был, выпивший. И вы при этом не спросили, что случилось? Спросил. Вдруг он прямо ничего не ответил. Пробормотал что-то. Этот козел не на того напал. Да если бы я с ним тогда поехал, ничего бы этого бы не было, капитан. Мне его не хватает. Я сделаю все, чтобы найти его убийцу. Я тебе денег принес. Ты что, дурёшь, что ли? Совсем убери это! Я найду виновных. Да, слушай. Алло, Борис. Отработали список. Ничего исключительного, кроме одного. Антона Заводовского. Дважды фигурировал в полицейских сводках. Задерживали во время рейдов на подпольное казино. И отпускали. Отпускали за неимением состава преступления. Но он зарегистрирован во всех букмекерских конторах города и системах онлайн-ставок.
заядлый игрок, участник покерных турниров. А за такими всегда ворох проблем. Я бы его отработал на всякий случай. Все, я понял. Спасибо. Анна, здравствуйте. Как у вас дела? Ближе к делу, Борис Евгеньевич. Мне не доставляет удовольствия светская беседа. Скажите, ваш муж увлекался азартными играми? Там, спортивные ставки, покер? Исключено. Денис даже в шахматы не играл. А с Антоном Заводовским он был в хороших отношениях? Да, они дружили. Вот он как раз лучше всех был в курсе дел моего мужа. Думаю, про азартные игры лучше у него спросить. Да, хорошо, я понял. Как Дина? Я сейчас у нее. Вроде приходит в себя после известия о Денисе. Ну, поймите меня, я просто был обязан ей сообщить о его гибели. Ну, мне в любом случае придется с ней встретиться, чтобы взять показания. Только не сегодня. Извините, мне пора. Все будет хорошо, малышка. Не плачь. Папа от нас ушел. Его больше здесь не будет. Малышка, папа уехал. Его очень-очень долго не будет. В командировку? Да. Папа уехал в командировку. Давай нарисуем ему открытку. Угу. Да? Ну, беги. Так вот он. Спасибо. Гражданин Заводовский! Постойте! Я хотел поговорить с вами, а вы почему-то трубку не берете? Нет, не беру. На работе я работаю. А сейчас мне некогда, у меня обед. Постойте! Постойте! Стой! Стоять! Не подходи ближе! Стой, где стоишь! Спокойно, спокойно! Капитан Смолин! Послушайте, я просто хотел, чтобы вы ответили на мои вопросы. Хотел поговорить с вами. Оружие на землю. Опустите! Опустите, я сказал! Начала, до половины дошла. Будешь дочитывать? Нет, это его. Значит, в сарай. Надо все-все-все вещи убрать. Так все психологи советуют. Подожди, а наушники зачем? А он ими почти не пользовался. Они так здесь лежали. Ну, это ж его. Ну и что? И книжку оставим. Она интересная, я ее дочитаю. И вообще, плевала я на этих психологов. Взяли и как будто всю жизнь перечеркнули, как будто и не было человека. И кружку его оставлю. Как будто он скоро придет и рассердится, что я убрала его любимую кружку. Жена его... Небось, уже все вещи убрала. Он сам говорил, какая она перфекционистка. Значит, зануда. Я с ним так не буду поступать. Извини, мне пора. К встрече по работе.
Какой внушительный травматический пистолет-то. Из него запросто можно убить человека. И пули-то тут не резиновые, а полистироловые. Явно кому-то хотели нанести вред. Кому? Антон Геннадьевич, м? Спасибо. Как интересно-то. А судя по лицензии и номеру пистолета, оружие зарегистрировано на Коренева Денис Викторович. Как оно у вас-то оказалось? Антон Геннадьевич, 18 числа вы встречались с Кореневым ночью? Черт тебя подери, Дэн. Черт тебя подери. Извиняюсь за поздний звонок. Мне нужно поговорить с вами лично. Куда мне подъехать? Давайте ко мне в кафе. Анна, вы постарайтесь вспомнить. Зачем Денис купил себе оружие? У него было оружие? Да, травматический пистолет. Он кого-то боялся в последнее время? Или, может, переживал за вашу безопасность? Я должен выяснить, как этот пистолет оказался у Антона Заводовского. Вы считаете, что Антон причастен к смерти Дениса? Ну, пока это основная версия. К тому же Антон себе странно ведет и в ночь убийства не ночевал дома, со слов жены. Я не верю, что Антон мог это совершить. Хотя, не знаю, можно ли быть сейчас хоть в чем-то уверенной. Я знала своего мужа как любящего, как своего. А он, оказывается, жил своей жизнью. Мои друзья. Я думал, что они открыты и честны, на самом деле нет. Как можно столько лет врать? Я не знаю, мог он бояться чего-то или нет. Я не могу даже предположить, за что убили моего мужа. Самых близких людей всегда тяжело понять.
Знаете, я каждый день задаю себе один и тот же вопрос. Почему? Почему моя жена решила уйти одна ночью? Я пришел с работы, а она без сознания. Рядом лежат упаковки от лекарств. Почему она мне не сказала про свой диагноз? Я бы уволился, я бы все время был с ней, рядышком. Сделал бы все, чтобы хоть как-нибудь облегчить ее боль. Но она решила иначе. Борис. Вы должны отпустить Антона. У него есть алиби. Смотрите, дату и время. В этот момент он был у меня. Мы занимались любовью. Иногда мы это снимаем. То есть Заводовский в 2 часа ночи не мог быть на черной балке? Да. Он невиновен. Все, вы можете идти, хотя за вооруженное сопротивление полиции полагается до 7 лет лишения свободы. Простите, я вас перепутал. С кем? Ну, я думал, вас эти прислали. Бандиты. Они сказали, что у них менты все куплены, и за помощью идти бесполезно. А подробнее? Ну что подробнее? Проигрался я по-крупному. Пару месяцев назад. Не свои деньги. В банке взял. Неофициально. То есть украли? Технически, да. Ну, а потом они внеплановую проверку назначили. Вернуть нужно было. Ну, я и обратился к нелегальным ростовщикам. Зря вы с ними связались. Зря. Да я уже понял. Не смог вовремя расплатиться. Ну, они меня и поставили на счетчик. Головорезов присылали. Угрожали расправой. Это страшные люди. Ну что, я напуган был. Попросил Дэна мне пистолет купить. Мне бы даже и не дали лицензию. Я на учете стою, как игроман. Вот еще что. Я вас прошу, умоляю жене моей не говорить ничего про Галю. Анют, послушай, я же не за себя, не за свой брак боюсь. Я за Галю переживаю. Зоика, ну ты же ее знаешь, она ревнивая до ужаса. Если она что-то заподозрит, она же с ума сойти может. Я даже боюсь представить, на что она способна. Антон, я устала от твоих сказок. Вы свободны. На выход. Прошу на выход.
Не заметила, как уснула. С добрым утром. Если честно, я тоже замечательно выспался вместе с вами. Простите меня. Простите, что я все время вам жалуюсь. Просто я устала. Больше всего устала от вранья. Вру сама себя, оправдывая Дениса. Вру Дине, вру Марине. Извините, что я вот так на вас вываливаю с утра просто. Я не знаю, как решиться и сказать ей. Да, я понимаю, что это все не просто объяснить Дине. С каждым разом будет все сложнее и сложнее. Рано или поздно она все равно все узнает. И лучше, если от вас вам самой легче станет. Правда? Спасибо вам. Сегодня же поговорю. Тут пропало, а? Ну, так и не разберешь сразу. Я так понимаю, вы его спугнули? Просто если он не нашел, что искал, он может вернуться. А после происшествия с вашей квартирой это просто уже система. Голчонок, смотри, какие классные камушки мы нашли. А что здесь произошло? Кто это? Вы успокойтесь, вас пытались ограбить. Я сейчас вызову наряд, вы будете под охраной, хорошо? Следи за Мариной. Малыш, пойдем положим камешки в саду. Пойдем? Я пока обед приготовлю. Давай. А, хорошо. Так, гриб. Говори. Куртка. Давай еще. Кекс. Кекс. Ну, конечно, съедобный. Так, хорошо. На кроссовки. Поймала, проиграла. Проиграл, так хорошо. А, пирожки. Эй, спортсмены, давайте тайм-аут сделаем. Клубника. Выиграла? Да. Конечно. Ну тогда пойдем обедать? Пойдем. Привет. Ты ко мне? Ну, а кому еще? Потому что дома находиться совершенно невозможно. Зоя, по-моему, окончательно с ума сошла. Заставила меня установить на телефон приложение с GPS, которое отслеживает, где я нахожусь. Ну, просто неприлично. Все моего котика обижают. Только я понимаю и жалею. Кофе хочу. С бальзамом. И корицей. Я скажу, тебе сделают. Нет. Я хочу, чтобы ты сделала. Так, как только ты умеешь, хорошо? Я пока почту проверю. Спасибо.
кофе, милый. Очень понравились Марине. Где вы научились так ладить с детьми? У меня есть две племянницы, ну, конечно, чуть постарше. Я их давно не видел. Пока с Мариной играл, понял, что очень по ним соскучился. Кстати, сегодня ночью у вас будет вот охранять наряд. Вы пока можете в машине подождать. Угу. Вам ехать далеко. Если хотите, можете остаться. Я постелю вам гостиную. Нет, не хочу стеснять хозяйку. Нет. Завтра утром я поговорю с Диной и уеду. Угу. Ну, вы позвоните, расскажете, как все прошло, да? Хорошо. Денис, он спрашивал, подружилась ли я с его женой. Садись, я сварила кофе. Ты веришь, что кошмар что-то значит? А что кошмарного в жене Дениса? Да нет, я не о ней. Я тебе соврала, Галчонок, когда я сказала, что мы хорошо расстались. Денис ушел от меня в тот день. Дин, я тебе обещаю, что мы с тобой останемся друзьями. Это потому, что я сильная? Потому что я справлюсь без тебя, выживу? Ее нельзя оставить, а меня можно? Я ненавижу тебя, ненавижу тот день, и каждый день ненавижу, ненавижу. Тихо, 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 ты Маришку разбудишь. Наши отношения и так длились слишком долго. Все ограничилось бы случайным сексом, если б я не забеременела. Он так ждал Марину, так радовался ей. Но больше всего он хотел быть честным с женой. Он так любил ее, как никого на свете. Я должна встретиться с ней и поговорить. Наверняка ей сейчас очень плохо. Я должна ей сказать, что она была для Дениса всем. Дин, тебе сейчас тоже очень плохо. Да как ты не понимаешь? Меня попросил Денис. Меня зовут Анна, я жена Дениса. Прости, что так все глупо получилось. Нет, все не то. Меня зовут. Мне нужно уехать на пару часов. Посиди с Мариной, пожалуйста. Куда? Не переживай. Потом все расскажу. Да, Степан. Хорошо. Нет, я сама приеду через час в Центральном парке. На вот. Твое. Что это? Это Дениса деньги. Он мне их в долг дал. На курьерский бизнес. А когда умер, я поначалу труханул сильно. Подумал, если найдут меня с этими бабками, то решат, что это я брата грабанул. И порешил. Даже прикопал их поначалу. Ну, на всякий случай. А потом понял, не мои они.
Твое наследство, бери. Здесь дофига. Но для Дениса это копейки. Как так? Он на валютных биржах играл. Онлайн-брокером был. Ему так фартило, что он боялся кому-то рассказывать. Мне признался. Знал, что я в долг не возьму, если буду знать, что у вас последний отбираю. Ну и сказал, что столько заработал. До 100 лет хватит. До конца жизни. Не собирался он умирать. Забирай. Забирай, карамелька. Мне эти ваши деньги теперь ни к чему. А самому мне с этим бизнесом без Дениса не справиться. Нет. Денис хотел, чтобы эти деньги тебе достались. Пусть так и будет. Не подводи его. Сделай то, что планировали, я помогу. Скучаю по нему, сил нет. Я ведь даже не успел ему сказать, как я ему благодарен. Не успел доказать, что не зря он в меня поверил. А теперь ради кого жить? Выходит так. Можно я тебя кое с кем познакомлю? Мариночка, иди ко мне. Марина Денисовна, познакомься. Это твой родной дядя, Степан. Привет, дядя Степа. Привет. Кажется, на папку похоже. Все хорошо у вас? Да. Спасибо. Мы всегда рады постоянным клиентам. Извините. Здравствуйте. Здрасте. А где Анна? Точно. Ты чего сюда приперлась? Вы Анна? Да. Я законная супруга одного мертвого идиота, который был настолько туп, что повелся на эти сомнительные прелести. Зачем вы так? Ты чего сюда приперлась? Думаешь, если ты спала с моим мужем, значит, тебе можно приходить в приличное место и вилять задницей перед нормальными людьми? Да? Чего ты хочешь? Денег? Ты же из-за денег спала с моим мужем, проститутка. Еще непонятно, с кем ты ребенка нагуляла. А этого никто никогда не узнает, потому что ты здесь никто и звать тебя никак. Поняла? Да я ни на что не претендую. Конечно, не претендуешь. Положила мужика в гроб. Довольна теперь? Пошла вон отсюда, шалашовка! Вон отсюда! Тут таким не место, поняла? А вы что здесь делаете? Марина. Коренева Анна Александровна, я вас ожидаю. Распишитесь, пожалуйста, за поставку. Вот здесь. Леонид Федорович, давайте мы с документами сами разберемся. Анна, так ты жена Дениса? Зачем ты обманывала меня? Ты жила в моем доме все это время. Я не знаю, что ты себе там надумала, но я не убивала Дениса. Я любила его. Не приближайся больше к нам! Прав, подруга. Прав. Борис, в общем, что касаемо связи Коренева, так тут выяснилось, что накануне Дина с Денисом очень сильно повздорили. Соседка слышала, как она ходила и кричала что-то там про жену его. И самое главное, она сказала, что я тебя убью. Где-то через полчаса, это по словам Дины, он ушел в бар. А там ему кто-то позвонил, и он куда-то вышел.
Если ты только уйдешь от нас, убей Аня! Дина не берет трубку. Это предсказуемо. Где она еще может быть? Ой, Господи, я не знаю. У человека горе, мы ее обидели, обманули. Я знаю, где она. Поехали. Слышите? Уходите сюда. Тихо. Простите меня! Тихо, мы отвезем тебя домой. Тихо. Идиоты, подумали, я спрыгну. Не дождетесь. Я буду жить ради дочери. Мы очень за тебя испугались. Не нужна мне твоя жалость. Видеть тебя больше не могу. Успокойтесь. Предательница. Не успела Дениса похоронить, нашла себе нового мужика. А меня хотели убийцей сделать. Пойдемте, Маша. Нет. Мы отвезем домой. Нет! Пойдемте, пойдемте. Не хочу! Я ничего не хочу! Тебя ждет дома Марина. Поехали. Мы отвезем тебя к ней. Поехали. Аккуратно, аккуратно. Присаживайтесь. Не волнуйтесь вы так. Дина сильная, все в порядке будет. Как не волноваться, мы вместе все чуть не убили ее. Расследование это всегда неприятно, особенно для ближайшего окружения. Но вы хотите знать правду? Правду? Хочу ли я знать правду? Да она тут у каждого своя. Только цена вопроса сейчас важнее. Посмотрите, что происходит с Диной. Садитесь, поехали. Извините. Ну куда? Я хочу пройтись. Так ночь, на улице небезопасно. Со мной ничего не случится. Thank you.
сегодня же годовщина. Я забыла, а ты, как всегда, напомнил. Только праздновать больше нечего. Если ты только уйдешь от нас, убью. Тихо, убью. Тихо, 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 девушка моя, я тебе обещаю. Слышь меня? Я никогда не исчезну из вашей жизни. Обещаю. Слышь меня? Добрый день. Меня зовут Коренева Анна Александровна. У меня с мужем совместный накопительный счет в вашем банке. Да, кодовое слово «свадьба». К этому счету привязан автоматический платеж за коммунальные услуги. И в этом месяце почему-то не было оплаты. Нехватка средств, нет, такого не может быть. Там на счету около 100 тысяч. Проверьте, пожалуйста, еще раз. Какую транзакцию осуществил мой муж? Я просто не расслышала, какую сумму он снял. То есть вы хотите сказать, что год назад он положил эту сумму на счет лично, а 18 числа он снял все до копейки? Нет, спасибо, вы мне больше ничем не можете помочь. Наверное, никто уже не может помочь. Привет. Привет. А я вот похвастаться приехал. Купил на Денькины деньги авто, фирму зарегистрировал. Пока сам развозить буду, могу тебе продукты доставлять. Ну или тебя саму катать, как самый ценный груз. Стёп, прости, скажи, пожалуйста, во время нашего последнего разговора я не очень поняла, сколько Денис заработал на этой валютной бирже? Я не в курсе. Он мне чеки не демонстрировал. Ну, примерно. Как я понял, речь шла о миллионах, Карамелька. А зачем он снял их с нашего совместного счета перед смертью? Куда он их дел? Ну, а тебе, получается, бабки нужны, да? А мне нифига не осталось. Слушай, я машину могу продать. Нет, нет, у меня все в порядке, правда. У меня, кстати, есть для тебя заказ. Да? В кафе кондиционер сломался, нужно отвезти в мастерскую. Можем завтра вместе съездить. А капитана чего не пускаешь? Мерзнет там, как сирота казанская. Ладно. Я поехал. Ты брякни насчет кондиционера. Угу. Борис, вы следите за мной или я
следующая в списке подозреваемых? Ну, вообще-то я вас охраняю. Мне нужно с вами поговорить. Поступила информация, что накануне смерти Денис снял со счетов все деньги. Пойдемте в дом, я вас сварю, вам кофе там поговорю. Теперь понятно, почему обыскивали ваши дома. У вас нет идей, куда Денис мог все спрятать? Никаких. Анна, это очень большая сумма. За нее запросто могут убить. Вам нужно уехать из города на какое-то время туда, где вас никто не знает. Пока я не выясню, кто за всем этим стоит. Я не могу. Я не хочу больше притворяться. Я хочу начать новую жизнь без вранья. В конце концов, здесь мое место, мое кафе. Если я хотя бы на неделю его еще оставлю, нам придется закрыться. Почему трубку не берешь? Бегаешь ты меня? Так, а ты что здесь делаешь вообще, а? Что за срочность? А я что, не могу спонтанно увидеть своего молодого человека и преподнести ему сюрприз? Ты что, серьезно? Теперь мы станем настоящей семьей. Угу. Ты же рад? Да, я рад. Просто сейчас время совершенно неподходящее. Мало того, что я весь в долгах, и за мной бандиты бегают. Зоя мне мозги выносит. В банке непогашенный кредит. Проблема на проблеме, а тут еще и ребенок. Ну, ты же не заставишь меня делать аборт? Нет, конечно. Как я могу просить об этом? Просто я не готов сейчас совершенно, понимаешь? Ты это говоришь женщине, с которой спал 3 года, и которой клялся в вечной любви. Я это говорю умной женщине, которая всегда приветствовала свободные отношения и была независимой. Или она что, притворялась? То есть я тебе нужна, когда ничего не требую. А тут, когда нужно принять решение, ты в кусты. Не истери. Ты знаешь, я считаю, нам нужно сделать перерыв. До тех пор, пока ты не успокоишься и не придешь в себя. А на врача я дам деньги. Не сейчас, позже. Верну тебе все. Я сейчас без копейки, ты знаешь. Ты что, меня бросаешь? Я бы не хотел это так формулировать. У меня встреча. Мне нужно идти. Я знаю, что это ты! Я всем расскажу про Дениса!
Как же я этого не заметил? Да это завсегда ты наш. Его вроде Костиком зовут. Сидел вчера допоздна. Вы о чем-нибудь с ним говорили? Нет. Он вообще не особо разговорчивый. Держится вроде дурачком безобидным, а на самом деле мужик серьезный. Я таких знаю. Слова лишнего не скажут, а проблем от них бывает выше крыши. Он один сидел? Может быть, с кем-то общался? Уехал с женщиной вроде. Среднего возраста, эффектная, отчаявшаяся. Коктейли 10 выпила. В общем, легкодоступный вариант, как говорится. Повезло, Костюш. Да, кстати, я ее здесь раньше никогда не видел. Он не сказал, куда поехал? Да я же говорю, он не особо разговорчивый. Мне нужна запись с камеры. Минут. Пожалуйста. За кондиционером. Напугал. Чинить будем? Ага. Я знаю, что вчера вы были в баре «Волна» и ушли оттуда с неким Константином. Вы у нас в полицию нравов перевелись? Послушайте, я должен знать, где он сейчас находится. Он может быть опасен. Вы с ним знакомы? У меня вчера был сложный день. Мне хотелось секса без обязательств. Ну, подвернулся этот Костян. Поехали ко мне. Прокатил меня на мотоцикле с ветерком. Никакой романтики не получилось. Он напился и стал нести какую-то чушь. Что именно он говорил? Ну, не знаю. Что-то... Что на его руках кровь. Что его могут поймать. Что у него тоже есть совесть. Она не бесплатная, стоит миллионы. Ну, я его хотела выставить, но он распсиховался. Потом стал кому-то звонить. Степану, Степе. Да, так он к нему обращался. И про что они говорили? Ну, Костян этот орал, что они, он, мол, на такое не подписывался, что требовал еще денег, и еще говорит, что я сейчас приеду и сам во всем разберусь. Ну, я так, ну, говорю же, я толком не слушаю. А потом? Ну, после этого он просто собрался и уехал, даже не попрощавшись. Ну, знаете, я с облегчением вздохнула. Поехал, поехал. Ну, хотя, с другой стороны, на таком состоянии мог и разбиться, но мне вообще все равно. Закрыла дверь и спать легла. А вы знали, что Степан, который звонил Константину, это брат Дениса Куренева? Степан? Так они во дворе с Аней кондиционер в машину грузят, он у нас течь стал. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы знаете, где сейчас находится гражданин Галибина? А кто это, блин, такой? Из какого хрена я должен знать о нем? А что происходит, Борис? Автомобиль ваш?
Какой же это автомобиль? Это космический корабль, ракета. А давайте произведем досмотр данной машины. Будете понятой открывать? А не заперто. Вы были с убитым. Отмочил. Ты хоть на 100 лет меня упрячь. Не убивал я никого. Ну, сами признались, что угрожали Галибину. Требовали от него, чтобы он собрал показания свои. Было дело. Моя вина. Но я понятия не имею, как его звали. Ну, а зачем он тогда свидетельствовал против вас? Действительно видел вас с Куренем? Надеялся, что вы испугаетесь и откупитесь, да? Слушай, командир, а что, если это он сам Дениса грохнул? Сволочь такая, а? То есть вы поэтому решили ему отомстить? Все. Я тебе без адвоката больше ни словечки не скажу. Давай, зови, кого там полагается по закону. Зачем Степан привез труп ко мне в кафе? Как он собирался ехать с ним в ремонтную мастерскую? Преступники не всегда логичны. Возможно, он не успел избавиться от тела и замаскировал его тряпками. Я не верю, что Степан убийца. Ну, факты-то указывают на обратное. Ну, да, он вспыльчивый человек, но он добрый. Он не может быть убийцей. Ай, ей-богу, вы как ребенок. Это не кино. Это реальное расследование. Следственная практика показывает, что большинство убийств из-за денег совершают родственники. Или ближайшее окружение. Мы найдем, куда Степан спрятал деньги вашего мужа. И дело будет закрыто. Все закончится. Я думала, вы честный, принципиальный человек. А вам лишь бы дело закрыть. А кто убийца? Антон, Дина, Степан, вам вообще все равно. Да думайте, что хотите. Я знала, что встречу именно здесь тебя. А я почему-то пришла сюда посреди дня. Мы с тобой остались одни. Должны заботиться друг о друге. Прости меня, что я врала тебе. Это ты меня прости. Наговорила тебе глупости. Это все неправда. Ты замечательная. Я так мучилась из-за того, что так некрасиво с тобой обошлась. Знаешь, Дим, прозвучит странно, но я очень привязалась к тебе. И за несколько дней ты стала мне гораздо ближе, чем те, кого я считала родными. Ты тоже стала мне очень близким человеком. Поехали ко мне. Марина по тебе очень соскучилась. Поехали.
тот день он звонил, и я чувствовала, что он хочет поговорить о чем-то важном и неприятном. Вероятно, он хотел все рассказать, но не смог. Денис в тот день ушел от меня, а значит, он сделал свой выбор. Он очень сильно тебя любил, хотел тебе обо всем рассказать и остаться только с тобой. Получается, я всю жизнь врала. Денису, девочкам на работе, самое главное себе. Корчила из себя сильную и независимую. Аня, я тоже замуж хочу. Хочу нормальную, скучную семью. Мне нужно то же, что и каждой бабе. Спокойствие, защита, уверенность, что любимый будет всегда рядом. Все будет, Дин. Все будет обязательно, просто дай себе немного времени. А знаешь, что мы сейчас делаем? Еще вина? Нет, хватит. Мы с тобой перечеркнем все плохое. Мы забудем обо всем, что с нами случилось. И будем вспоминать только самое хорошее, самое доброе, самое нежное друг о друге, о Денисе. Потому что мы обе его любили. Конечно. Не могли же мы такие классные полюбить какого-нибудь дурака. Не могли. Ой. Недавно Марина обклеила новый дорогущий ноутбук Дениса. А он просто посмеялся и сказал, что ей нужно отдать в кружок юных художников. А ноутбук оставить на память. Он нам всем еще пригодится. И мы его продадим как первую картину великого художника. И станем миллионерами. Миллионерами? Угу. Подожди, он сказал, что он нам всем пригодится? Да, говорит, спрячь его где-нибудь. Наверное, хотел, когда Марина подрастет, подарить ей. Дина, вот что искал вор. Думаешь, там что-то есть в этом ноутбуке? Думаешь, именно его искали? Сейчас проверим. Похоже на счет с криптовалютой. С чем? Денис мне что-то рассказывал о криптовалюте. Ему нравилась идея электронных денег. Но что ты не хранишь деньги дома под матрасом или в банке, а все хранится в интернете безопасно. И ни суды, ни налоговые, ни грабители, ни у кого нет доступа к этим деньгам. И, возможно, Денис перевел все свои накопления в электронный кошелек. А как его открыть? Нужна флешка. Ну ладно, давай логически. Если ноутбук у меня, то, возможно, флешка у тебя. Ты точно знаешь, где она, вспомни. Ну нет, у меня нет флешки. Ну, может быть, он что-нибудь тебе дарил за последнее время, ничего не помнишь? Флешку не дарил, дарил на открытие кафе цветы и кулон. А что за кулон? Обычный кулон. Дай посмотреть.
От 1 до 8 и наоборот. Вряд ли. Такой пароль даже Марина бы не придумала. Номер телефона. Давай попробуем номер телефона. Нет. Может, какая-то дата? День рождения Марины. Я не знаю. Все. Борис. Да? Мы наконец-то взломали телефон Константина. Убийца пытался от него избавиться. Да ладно. Спасибо. Отличная работа, Сань. Обращайся. Самим интересно стало. Настоящее расследование в нашем захолустье. Одиннадцать 2013. Дата нашей свадьбы. Твоя. Подожди. Браво, Клуши. Браво. Ты что тут делаешь, Галь? Анна, возьми трубку, ну. Пароль. Какой пароль? День нашей свадьбы, Галь. Ты же должна помнить. Ты была лучшей подружкой невесты. Ты могла раньше догадаться, куда твой ушлый муженек спрятал деньги. Тогда мне пришлось так мучиться. Значит, это ты вломилась в мой дом и преследовала Аню? У меня был специальный человек. Но из-за вас, тупых куриц, пришлось от него избавиться. Вот теперь сама марай руки. Собирай ноутбук, уходи, мы никому ничего не скажем. Ага. Отлично. Отлично. Сейчас ты в нее выстрелила, а потом она из последних сил подобралась к тебе и порешала тебя. Вот и все. Не смотри на меня, отвернись. Я не могу стрелять, когда вижу твое глупое лицо. Отвернись! Я позабочусь, Марине. Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо. Прости, что чуть не опоздал. Я плохо тебя защищал, но я могу лучше. Уж никогда не дам тебе в обиду, слышишь? Вы когда-нибудь любили по-настоящему? Такое сильное чувство бывает один раз на миллион. Ради такой абсолютной любви можно сделать что угодно. Даже убить? Что угодно. Ты не имеешь права так со мной поступать, понимаешь?
То есть вы хотите сказать, что Коренев погиб из-за вашей любви к Антону Заводовскому? Да Денис слабак. Тряпка, он тюфяк. Он этих денег не заслуживает. На него эти миллионы просто так свалились. А мой Антон, он сильный, он настоящий мужик. Это несправедливо, что ему постоянно не везло. Ни в казино, ни на ставках, ни на этой чертовой бирже. Он в долги влез из-за Дениса, потому что тот ему рассказал про эту валютную биржу. Ну, Антон и подсел. Это все из-за Дениса, слышите? Он трус. Антон, он смелый, он по-крупному играл. Ему не хватило небольшого запаса, ну, чтобы сорвать крупный куш. То есть Антон украл деньги в собственном банке, и чтобы их вернуть, залез в криминальные долги? Да. Но это же все временно, это все можно было решить. Я понимаю, что Антона эти неприятности, они загнали в угол. Он не понимал, что это ерунда. Ему нужно было немножко помочь. Ну, не посвящая в подробности. И все, он бы крылья распустил. И вы бы этого пернатого окольцевали, да? Ну а что? Если мужик тебе всем обязан, куда он денется? Я никому не хотела навредить, никому. Я, блин, случайно услышала, как Денис с Антоном говорили об этой любовнице его с приплодом. Мол, главное, чтобы Аня ничего не узнала. Но я и подумала, что деньги можно припугнуть этим. Но лично вы его шантажировать не могли. Ну, конечно. Мы ведь с Анюткой, мы же с детства вместе, у нас бизнес общий. Я рассчитывала, что мы будем жить долго и счастливо, и четвером семьями дружить. Поэтому вы поручили грязную работу влюбленному вас однокласснику Костяну. Это решение было на поверхности. Я раньше этого бедолагу только по мелочи использовала. Ну, а тут, чтобы натравить на Дениса, надо было его активно простимулировать. Чё смотришь? Иди сюда. Пошли уже. Костян, когда я с ним переспала, он совсем с катушек слетел. На все был готов. Значит, Костян по вашему приказу угрожал Кореневу, что расскажет жене о его второй семье. А за молчание требовал заработанные на бирже миллионы. Правильно? Да. Схема была просто идеальная. Денька все бы отдал, лишь бы женушку свою не расстраивать, лишь бы Анечка ничего не узнала. Да он и согласился сразу. Он унижался, умолял дать ему несколько дней, чтобы всю сумму собрать. Ну, он тоже время поджимало. Поэтому я приказала Костяну, чтобы он назначил Денису встречу для передачи денег 18 числа на черной балке. Там бы их никто не увидел, это точно. План был идеальным, если бы Костян ему следовал. Ну, блин, мужики все они кретины. Я тоже ошиблась. На всякий случай Костяну дала пистолет, который Антон у меня оставлял дома, когда уезжал с детьми заниматься. Ну, за этого пистолета все и посыпалось. Костян следил за Денисом, но мы должны были убедиться, что он один приедет. Костя видел, что Денис в баре набрался, он поэтому такой и приехал, шальной, смелый. А Костян был к этому не готов. Где деньги? Где Антон? Неважно, где деньги. Не то твоя жена сегодня узнает все. Значит так, слушай меня внимательно. Ничего ты от меня больше не получишь.
Меня шантажировать бессмысленно. Я сам все расскажу Ане. Сам. Понял? А ты хрен от меня получше, а не деньги. Не смей со мной так разговаривать, деньги живо! Тихо, тихо, спокойно. Это же мой пистолет. Я его Антону дал. Откуда он у тебя? А, или подожди. Это Антон нанял тебя, чтобы меня шантажировать? Ну тут Костян и психанул. Не знаю, из чувства ревности. Он же знал, что я с Антоном встречаюсь. Или просто растерялся. Заткнись или сдохнешь. Слушай, ну что ты тычешь меня травматом? Давай нормально, как мужики. Один на один разберемся, а? Че ты, давай. Если я побеждаю, ты сваливаешь отсюда и навсегда забываешь мое имя. Идет? Костян, конечно, сразу мне позвонил. Я приехала. Начала заметать следы. Ну, пыталась выставить все как самоубийство. Вещи сложила. Хотела даже записку написать. Ну что? У меня, по-моему, неплохо получилось. Сначала ведь никто ни о чем не догадывался. Только Костян нервничал. Он, ну, хотел где-то пересидеть. Я ему 100 раз, блин, объясняла. Тебе ничего не угрожает. Ну тут вы! Вот он и наговорил глупости с дуру. Мне Костян рассказал, что видел на балке Дениса с кем-то. Он мог просто соврать. Когда Костян следил за Денисом, он видел, что тот встречался со своим братцем хромоногим. Ну вот и решил, что вы не поверите, что Денис тот день один был. Поэтому подумал, что спихнуть вину на Степана было бы логичным решением. Но вы продолжали использовать Костяна, чтобы найти деньги Коренева. Ну, конечно. Ну, а что? Пусть они гниют нищие, все равно эти дуры, они ничего не подозревали. Только Костян не мог найти эти деньги. Стойте! Кто вы? А еще он очень жутко ревновал к Антону. И когда мы с Антоном ненадолго расстались, он вообще с ума сошел. Переехал ко мне. Требовал, чтобы я к свадьбе готовилась. А иначе угрожал, что пойдет в полицию и все расскажет, сдаст нас двоих. По принципу, не доставайся же ты никому. А как вы его задушили? Подушкой. Напоила снотворным. Ну и подушку наружу и села сверху, чтобы наверняка. Знаете, убивать это проще простого. А вот привезти труп к дому Степана и засунуть его в грузовичок, это было посложнее, но ничего. Я и с этим справилась. А на что вы рассчитывали? Надеялись, что Степана посадят? Ну, конечно! Вы перестанете копаться в этом деле. А я верну Антона. Он ведь тоже эти деньги искал. Он понимал, что если они не достались Ане по наследству, значит, они где-то спрятаны. Моей главной задачей было найти эти миллионы раньше него и преподнести ему на блюдечке с голубой каемочкой. Только эти две дуры сдружились и стали мне мешать. Однако они вас переиграли. Сами того не знаю. Кто тебе? Вы куда? Чё ты смотришь? Чё ты на меня вылупилась? Как была дурой малахольной, так и останешься! Думаешь, что лучше меня, да? Как бы не так! Святая тут нашлась, да? Успокойтесь, сядьте на место. Прощай, Галь.
Ну вот, как вам? Все отлично, спасибо. Принимай работу. Нравится? Осторожно. До свидания. До свидания. Добрый день. У вас новое название? Да. Мы теперь называемся «Карамелька». Добро пожаловать. Спасибо. Пойдем. И... Так, осторожно, пожалуйста. Я при выписке пообещала, что ты будешь соблюдать строгий постельный режим. Ты же не бросишь меня, Анют? Я тебя буду навещать каждый день и заботиться, пока ты не восстановишься. Только у меня одно условие. Все, что скажешь. Я хочу, чтобы ты забрала все, что оставил Денис. У меня есть кафе, дела пошли в гору, а вам наследство нужнее. Ты что такое говоришь? Это даже по закону тебе принадлежит. Нет, если ты захочешь с нами поделиться, мы, конечно, не будем против. Но этого слишком много. Это всем на 100 лет вперед хватит. И еще. Разреши, пожалуйста, Марине иногда видеться с дядей Степой, братом Дениса. У него нет своих детей, он каждый день звонит и спрашивает, как она, чем она увлекается, о чем мечтает, какой подарок ей подарить. Хорошо, пусть приезжает, когда захочет. Дин, он хороший мужик. С непростой судьбой, но он добрый и преданный. Ну да, у него сейчас не очень идут дела, но я уверена, что он со всем справится. И, ты знаешь, он в каких-то чертах, жестах похож на Дениса. Ты присмотрись к нему повнимательнее. Ты что, сватаешь меня? Попробуй. Новый рецепт. Просто высший класс. Обожаю твою выпечку. Привет. Привет. Я этот букетище еле запихнул сюда. Аня. Я понимаю, что со смертью твоего мужа прошло очень мало времени. Я вижу, как тебе нелегко. И скажу честно, что у меня ноет сердце, когда иногда так отрешенно и грустно смотришь, будто вовсе не здесь, не со мной. Но я готов ждать столько, сколько потребуется. Пусть даже всю жизнь. Нет, ну, конечно, хотелось бы чуть побыстрее. Ты мне в любви так признаешься? Я прошу тебя стать моей женой. Мы вместе создадим настоящую семью, где все будет основываться на доверии, не будет лжи. Где нам обоим будет спокойно, потому что все будем решать сообща. Нет, ты сейчас только не отвечай. Потому что на голодный желудок такое решать сложно. Поехали, пообедаем. Thank you.
мальчика или девочку? Давай сразу обоих. Собак большой, большой, лохматый, добрый. Thank you.